Доброе время суток, с вами Виктор Дулин. 3 июля 2016 года, воскресенье. Вот я закончил печь блины, наелся, помыл посуду, вот так слегка обмыл, даже без использования горчицы и соды, кастрюлю небольшим количеством воды, вот такой мочалкой. Вот из этой коробушки вытряхнул рекламный листик и пакет из-под муки. И вот вчера мы арбуз приготовили. Это большое ведро было у нас в машине. Мы на дачу мусор вывозили. И вот теперь я сюда, в это ведро, в эту макулатуру выливаю вот эти обмылки теста, и теперь мне понадобится совсем немного моющего средства, соды, вот такая щепотка на мочалку, чтобы обезжирить вот эту вот сковороду, когда она остынет, эту лопатку, ну и кастрюлю из-под теста. Вот так у нас заключается мытье. Причем можно вот эту воду тоже, которую я помою сначала, все вот это в кастрюле, эту воду, хоть она и с содой, все равно вылью не в канализацию, а в ведро. И за пару дней, пока мы здесь, сегодня-завтра, у нас наберется здесь уже довольно-таки мокрые отходы, макулатура, и все это пойдет не в вермифабрику дома, которую мы дома не держим летом, поскольку я не пользуемся, все отвезу на дачу. Здоровья вам, благополучия и такого же отношения к вашим бытовым отходам.